Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». С 27 марта по 2 апреля астрологи советуют меньше думать о материальном. Помните, что за деньги нельзя купить ни любовь, ни дружбу. Цените окружающих, уважайте их мнение и интересы. А впустив в свое сердце доброту, вы заметите, как жизнь меняется в лучшую сторону. И в вашем окружении появляется все больше честных и благородных людей. Овнам, именинникам этой недели многое придется начинать сначала, с чистого листа. Причем лучше рассчитывать только на свои силы и возможности. Тельцы на этой неделе будут периодически оказываться в ситуациях, где необходимо сделать выбор и принять непростое решение. Внимательно проверяйте информацию и прислушивайтесь к советам друзей. Близнецы будут полны силы и энергии, так что самое время осуществлять задуманное. Работать лучше не в одиночку, а в сотрудничестве с другими. Так и легче и выгодней. В выходные больше общайтесь в самых разных компаниях. Узнаете много интересной и полезной информации. На этой неделе раки для коллег, друзей и близких станут мудрыми наставниками. Окружающие будут ждать от вас ценных советов и решения сложных вопросов и задач. Самое главное на этой неделе для львов – правильно начинать каждое утро. Оно должно быть светлым и добрым. Это существенно повысит шансы на успех во всех начинаниях. Неделя складывается благоприятно для дев, состоящих в браке. Вы сможете договориться с партнером по любым спорным вопросам. Старайтесь строить отношения, придерживаясь гибкого подхода, прислушиваясь к мнению любимого человека. Весам звезды советуют начать постигать азы нумерологии. Числа станут для представителей воздушной стихии самым мощным талисманом удачи в период с 27 марта по 2 апреля. Скорпионы рискуют ввязаться в игру «Испорченный телефон», так что постарайтесь не становиться посредником в общении. Связывайте людей напрямую. А еще гороскоп советует скорпионам тщательно обдумывать свои слова и поступки. Утверждение, что не делается все к лучшему, особенно справедливо для стрельцов на этой неделе. Станьте творцом своей вселенной и создавайте лучший мир вокруг себя. Работа потребует от козерогов всей собранности и пунктуальности. Впрочем, и награда не заставит себя долго ждать. Уже в пятницу многие представители знака получат заслуженную премию. В профессии многим водолеям удастся продемонстрировать свои организационные навыки, умение договариваться и найти подход к совершенно разным людям. Руководство оценит ваши способности в виде материального поощрения и предложения занять более высокую ответственную должность. Некоторые рыбы задумываются на этой неделе о новой вакансии. Звезды советуют: не ищите легких путей, рассматривайте самые смелые варианты. Вот такую интересную неделю обещают нам астрологи. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!